Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лев Попов, и сегодня я вас приветствую с солнечных холмов Италии. Сегодня четверг русской поэзии, и я выбрал для вас стихотворение Марины Цветаевой из цикла «Бессонница» в огромном городе моем. Если вам нравится моя работа, и вы хотите поддержать меня с целью распространения поэзии, прошу вас ставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим роликом с вашими друзьями или знакомыми. Желаю вам всем хорошего просмотра. Увидимся через неделю с новым роликом на итальянском языке или через 2 недели с новым роликом на русском языке. Всем пока! В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. И люди думают, жена, дочь. А я запомнила одно — ночь. Июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть. Сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь.